8 лет назад Анастасию похитили, затолкали в машину посреди улицы и увезли. Все эти годы молодая женщина была в рабстве, работала на плантации в чужой стране. Она ничего не знала о судьбе своих близких – сыне, муже и матери. И вот, наконец, Анастасии удалось сбежать. Женщина не знала, что ее ждет за дверью родного дома. Здравствуйте. Вам кого? А, вы, наверное, из домового комитета. Вы знаете, я на собрание принципиально не хожу. Мам, это я, Настя. Анастасия Самойлова, 34 года. Замужем. Твоя дочь. Моя дочь? Ирина Петровна Букина, 53 года. Учитель в средней школе. Мать Анастасии. Вдова. Давно умерла? Можно я каблуки сниму? Да ради бога. Отвыкла. 8 лет не носила. У меня была счастливая жизнь. Любимый муж, прекрасный сын, работа. Все закончилось в один день. Меня похитили и продали в рабство. Остальное помню смутно. Даже не знаю, как вам все рассказать. Бежать-то вам как удалось? Не с первого раза. Однажды получилось. Меня спасли и помогли вернуться. Так. Осталось понять, с чем связана ваша проблема сейчас? С тем, что происходило тогда, или с тем, что случилось после вашего возвращения? К сожалению, второе. Ты прости, доченька, что я тебя сразу не узнала. Я же думала, что ты погибла. Лежишь где-то в безымянной могиле. Господи, мы же тебя искали, искали, искали. Ничего, мам. Теперь все будет хорошо. Сколько же тебе вынести-то пришлось в этом плену проклятому? Что за люди-то такие? Доченька моя родная. Не надо, мама. Давай все забудем. Я так этого хочу. Ладно. Живая, слава богу. А где Димка? В школе? Я так по нему соскучилась. Димка приедет через неделю. Он в спортивном лагере на сборах. Димка отличный пловец. Разряд уже получил. Без тебя. Какой молодец. Слушай, мама, а как Олег? У него есть кто-нибудь? Столько времени прошло. Не знаю. Ты лучше сама у своего мужа спроси. А вот и он. Здравствуй, Олежа. Это я, Настя. Я вернулась. Кто? Олег Самойлов, 37 лет. Водитель автобуса. Муж Анастасии. Вот дела. Ты меня узнал? Да. Ну, где ты была? Я не знаю, что мне делать. Муж ведет себя как чужой. То есть вы ему все рассказали, а он, в отличие от вас, справиться с этим не смог. Так, что ли? Видимо, так. Я все понимаю. Но мы ведь очень любили друг друга. Сейчас хоть и спим в одной кровати, но он на меня даже не смотрит. Будто бы я пустое место. Думаю, у него кто-то есть. Ну, в вашей ситуации, предполагаю, другая женщина – это не единственное возможное объяснение. Может, подумаете над другими объяснениями тоже? Ну так, для надежности. Прошло несколько дней. Анастасия начала понемногу привыкать к обычной жизни. Муж по-прежнему вел себя с ней как с чужим человеком. Анастасия очень переживала. Она хотела поговорить с любимым, но никак не могла решиться. Анастасия боялась услышать, что у мужа есть другая женщина. Танька, соседка, передала. После родов ее так разнесло, так что мере давай. Хватит свое старье зашивать. Ого, мам. Бренд на бренде. Как-то неудобно. Настюш, хватит. Я хотела ей денег предложить, но она сказала, это подарок от души. Классная. Хорошо. Мама, а может мне к Диме в лагерь съездить? Я так хочу его увидеть. Нет. Настюш, пойми, он же тебя совсем не помнит. Ему и года не было, когда ты пропала. У ребенка может быть большая психологическая травма. Ты о нем подумай, не о себе. Уже через несколько дней он приедет. Потерпи немного. Анастасия любила мужа. Да. Все эти годы только чувства к мужу и сыну помогали ей выстоять и не сломаться. Анастасия очень надеялась, что муж все еще любит ее, что нужно решиться, сделать только первый шаг, и все станет как прежде. Олег, скажи мне честно, у тебя есть кто-нибудь? Нет. Все готово, пойдемте ужинать. Настал день приезда сына. Анастасия так волновалась, что ночью не смогла уснуть. Анастасия ждала этой встречи больше всего на свете. И в то же время боялась ее, ведь сын ее совсем не знал. Мама! Дмитрий Самойлов, 9 лет, сын Анастасии. Анастасия Самойлова спустя 8 лет, проведенных в рабстве в чужой стране, вернулась домой. Анастасия с нетерпением ждала встречи с мужем, 9-летним сыном и матерью. Однако радостной встречи не получилось. Муж за время отсутствия Анастасии совсем к ней охладел, а сын считал мамой родную бабушку. О существовании Анастасии он просто не знал. Мой сынок приехал, выскочил из такси. И мне на секунду показалось, что Дима узнал меня и бежит ко мне. Но потом я решила, что мой муж Олег все рассказал ему. Но все оказалось совсем не так. Дима бежал к бабушке. Ваш сын называет бабушку мамой? Да. Мой сын считает бабушку своей мамой. Сынок, ты мне позже расскажешь обо всем. А теперь я хочу тебя познакомить со своей младшей сестрой. Она долго жила за границей, а теперь приехала к нам погостить. Здрасте, я Дима. Здравствуй. Да, это твоя тетя Настя. Очень приятно. Олег? Да. Идите с Димой домой, а мы немножечко погуляем еще. Он тебя называет мамой? Как ты могла? Прекрати истерику. Да, так получилось, я заменила ему мать. Я была с ним с первых дней. Со мной сделал первые шаги. Я была с ним ночью, когда он болел. Он ребенок, он назвал меня мамой. Это было его первое слово, что мне было делать. Сказать правду. Какую правду, Настя? Надо было сказать, что его мать пропала. Может быть, наказать его за то, что он меня называет мамой. Доченька, мы ведь и сами не знали никакой правды. Мы ведь думали, что ты погибла. Что же мне сейчас делать? Нужно же что-то делать. А я не знаю, что. Нужно договариваться с вашей мамой и мужем. Пока все семейство не придет к единому мнению, я бы сказала, ничего делать нельзя. Ну, представьте себе, вы обрушиваете на сына всю эту информацию. А его мама, бабушка, говорит: «Димочка, ты тетю Настю не слушай, она у нас фантазерка». И что вы тогда будете делать? По совету психолога, Анастасия оставила все как есть и просто ждала. Ей было сложно. Особенно мучили кошмары по ночам. Будто бы я опять там. Я пыталась сбежать. Меня поймали. Страшно избили. Электрическим проводом. Всех рабов били проводами. Это очень больно. Это было так страшно. И даже не боль была главной. К ней, как ни странно, можно привыкнуть. Это было очень страшно. И ужасно, что этот кошмар никогда не закончится. Я никогда больше не увижу вас. Иди сюда. Ложись. Я буду тебя охранять. Я больше никому не дам тебя в обиду. Прошло 2 недели. Анастасия, наконец, получила новый паспорт и вернула себе имя. Женщина радовалась первой маленькой победе. Анастасия была счастлива. Она дома, ее окружали близкие люди. С сыном ей удалось подружиться. Они часами говорили о любимом плавании. Муж стал внимательнее к Анастасии. И хотя близости у них еще не было, Анастасия верила, что скоро это случится. Мамочка, мне кажется, Диме пора все рассказать. Он должен знать, что я его мама. Правда, я уже не могу слышать, как он называет меня тетя Настя. Честно, это выше моих сил. Я и сама про это каждый день думаю, но не знаю, с чего начать. Разговор очень сложный, серьезный. И все слова кажутся пустыми, глупыми. Ты сама-то сможешь про это ему рассказать? Я боюсь. А вот. Мне надо все объяснить. Да. Вечером Анастасия решила пустить в ход все свое женское очарование и соблазнить Олега. Олег, мы уже столько времени спим в одной постели, а ты как чужой. Ты совсем меня забыл? Нет, это не так. Я считал, что ты погибла. Я думал, что я тебя больше никогда не увижу. А тут ты, как снег на голову. Мне нужно время, чтобы к тебе привыкнуть. Уже достаточно времени прошло с тех пор, как я вернулась. Давай попробуем. Давай не сегодня, я устал на работе. Олежа, мы взрослые люди, какая работа? Ладно, если не хочешь, поговори со мной, пожалуйста. Только не обманывай меня. Ладно. Давай поговорим. Понимаешь, Настя, когда я понял, что тебя не найдут и что я потерял тебя навсегда, мне не хотелось жить. Но мне нужно было жить ради сына. Мне пришлось забыть тебя, забыть нашу жизнь, забыть нашу любовь. Я очень рад, что ты вернулась. Но мне нужно вновь тебя узнать, мне нужно вновь тебя полюбить. Значит, у тебя есть кто-то и сейчас. Я понимаю, что за 8 лет у тебя были женщины. Это нормально. Ты молодой и здоровый мужик. Сейчас. Я думала, раз ты не женился, значит, ждал меня. Так есть у тебя любовница или нет? Да не кричи ты. Сын спит. Почему ты не можешь признаться? Анастасия отправилась в комнату Димы и просидела возле него всю ночь. Все эти годы Анастасия думала о сыне. Представляла, как обнимет его, прижмет к груди. Тетя Настя, вы чего? Смотрю, как ты спишь. Зачем? Димочка, родной мой, мне надо тебе многое рассказать и объяснить. Понимаешь? Та, кого ты называешь мамой, на самом деле твоя бабушка. Я твоя настоящая мама. Я. Меня очень долго не было, но я тебе все могу объяснить. Дима! Анастасия не знала, что делать. Все складывалось совсем не так, как она представляла. Муж хоть и был внимательным, но близости не хотел. Сын же и вовсе стал бояться Анастасию. Когда она попыталась поговорить с ним за завтраком, мальчик зажал уши и убежал из-за стола. Настя, ты что творишь? Так ведь нельзя. Ребенок всю дорогу плакал, пока его в школу везла, еле успокоила. Мам, прости. Я правда больше не могла молчать. Он такой родной, такой красивый, такой добрый, мой сыночек. И он совсем рядом. Мам, я правда не хотела. Просто не могла уже сдержаться. Хотела, не хотела, дело сделано. Ты напугала Диму до смерти, он не хочет тебя видеть. Тебе надо уйти. Ты больше не можешь здесь оставаться. Ты меня выгоняешь? Я… Иди. Олег тебе обо всем расскажет. Настя. Ситуация зашла в тупик. И дальше так продолжаться не может. Ты должна нас с Ирой, то есть с Ириной Петровной, понять. То есть, да. В общем, мы с Ирой больше не можем скрывать правду. И не хотим. В общем. Мы с твоей мамой живем как муж и жена. Официально, уже давно. Прости, так получилось. Анастасия Самойлова спустя 8 лет, проведенных в рабстве на чужбине, чудом вернулась домой. Женщина с нетерпением ждала встречи с мужем, 9-летним сыном и матерью. Радостной встречи не получилось. Муж за время отсутствия супруги совсем к ней охладел. Сын не помнил Анастасию, а мамой считал родную бабушку. Анастасия пыталась наладить свою жизнь, восстановить отношения с мужем, вновь стать матерью сыну. Однако ее ждал еще один удар. Вскоре муж Анастасии Олег признался, что они с тещей Ириной Петровной давно любят друг друга. А после признания судом Анастасии, безвестно отсутствующей, поженились. Вот так вот жизнь продолжает мне сюрпризы подкидывать. Просто руки опускаются. Спорить не буду. Судьба у вас та еще. Не позавидуешь. Только можно ведь страдать из-за несправедливости судьбы, а можно сосредоточиться на поисках нового варианта жизни. Какой жизни? Сын не хочет меня видеть. Ну, с чего вы взяли, что так будет всегда? Думаете, все изменится? И что я должна для этого сделать? Не знаю. Может, изменится, а может и нет. Но в любом случае, умный человек не кладет все яйца в одну корзину. Даже если эта корзина называется «мой родной сын». Прошел месяц. Анастасия устроилась на работу, сняла квартиру. Она каждый день приходила к Диме. Мальчик постепенно успокоился. Они много общались. Анастасия надеялась, что все плохое в ее жизни закончилось. Я тобой очень горжусь, сынок. Димка! Пора за уроки. Пойдем. Пока. Ты завтра еще придешь? Конечно, сынок. Что ты делаешь сегодня вечером? Ничего. А может быть, поужинаем вместе? Давай. В тот вечер Анастасия очень волновалась. Олег сам предложил ей поужинать вместе. У Анастасии снова появилась надежда на то, что все еще можно вернуть. А помнишь нашу первую встречу? Конечно. Я тогда гнал автобус, мороз был на улице. А ты в осеннем пальтишке, в ботинках на каблуках. Я тогда так перепугалась. Бегу домой с дня рождения ночь, и вдруг рядом автобус останавливается. чем ты только думала? Кто это? Не знаю. Он у тебя? Да. Выйди. Я Олега тебе не отдам. А его не хочешь спросить? Ненавижу. Почему ты не сдохла? Ты не должна была вернуться, они мне обещали. Кто? Ты о чем? Это же я. Я продала тебя в рабство. Я нашла людей, которые этим занимаются, и устроила похищение. Нет, 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 мамочка, я тебе не верю. Думаешь, я чудовище? Да, я чудовище. Но женщина ради любви готова на многое. А я твоего Олега полюбила с первого взгляда так, что я дышать без него не могла. Если можно было продать душу, я бы продала. Что уж там говорить о родной дочери. Олег знает? Нет. Доченька, доченька родная. А доченька, он же к тебе пришел, потому что хотел мне сделать больно, понимаешь? Мы просто поссорились, но я его так люблю. Я ему все прощу, понимаешь? Собирай все, сына, квартиру, все. Только Олег мне оставил. Я умру без него. Не отдам. Ты мне за все ответишь. Я тебя посажу. Олег? Я все слышал. Пойдем домой. Анастасия простила мать. Она забрала сына. Теперь они живут вместе. Олег остался с Ириной Петровной. Анастасия поняла, что никогда не сможет восстановить отношения, теперь уже с бывшим мужем. Как и советовал психолог, она просто начала новую жизнь. Карьеру забросила. Ты родился. Я самая счастливая, что у меня есть ты. Как же трудно представить человеку, который внезапно оказался разлученным со своими близкими, что жизнь этих близких продолжается и без него. Как трудно было представить себе это Анастасии с ее страшноватой судьбой. Но только смотрите, в какой-то момент 4 жизни оказываются связанными вместе и начинают сплетаться. И вдруг одна из нитей, неважно по какой причине, куда-то девается. Оставшиеся 3 нити продолжают сплетаться в шнур. 4-я нить может вернуться, но шнур уже сплетен, она лишняя. И можно настойчиво толкаться, надеяться, что примут, впустят, вплетут. Но можно продолжать жить свою жизнь. Не лишнюю, а просто свою. Жить, ну, просто потому, что эта жизнь у тебя есть.